В ТГК-14 набрались смелости услышать из первых уст, что про них думают горожане. 21 марта пройдет прием граждан по личным вопросам. И его решили не игнорировать те, кто пострадал от действий тепломонополиста. Члены недавно созданного паблика «Нет произволу ТГК-14». На записи интервью для программы «Актуальная тема» активисты группы обоснованно выразили опасения о возможных провокациях. Мне было дословно озвучено, если завтра, то есть мы сидим в ваших сетях, сидим в вашей группе, мы знаем, что вы там задумаете, мы же не закрытая группа, а открытая, и если завтра придут люди, не записанные на прием, то есть имейте в виду, что против вас уже подано заявление в правоохранительные органы, то есть никаких СМИ не должно быть, ничего. Нам не привыкать к тому, что ТГК-14 не знает законодательства и частенько его нарушает. Но незнание закона даже тепломонополиста не освобождает от ответственности. Статья 144 Уголовного кодекса Российской Федерации «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» наказывается строго. Вплоть до 6 лет лишения свободы с лишением высокой должности. ТГК-14 грозит не только журналистам, но и своих клиентов считает оппозиционно настроенной группой. Вы чувствуете себя воинствующим элементом? Воинствующим? Нет, я, скорее всего, сейчас защищаюсь. Напомню, встречу горожанам назначили на Трактовой 26 в 13 часов дня. А полную версию интервью смотрите в программе «Актуальная тема» в эфире АТВ.